Прямая связь со всей республикой. Сегодня в эфире сразу двух радиостанций «Национального» и «Таван-радио». На вопросы слушателей отвечал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Вопросы главе Чувашии слушатели присылали и заранее. Их озвучивали ведущие. В прямой эфир дозванивались жители разных районов. Из Чебоксарского интересовались строительством дорог. Из Батыревского спрашивали о ремонте сельских клубов. Модернизацию инфраструктуры в разных сферах затрагивали не раз. Я еще раз хочу это подчеркнуть. Мы те объекты, которые не могли провести капитальный ремонт, это объекты советского периода, 30-40 лет, там, кроме покраски или там, кроме косметических работ ничего не делали. Вот за определенный период времени мы взяли на себя такую ответственную миссию, эти амбициозные задачи, они выполнимы, в течение 5 лет отремонтировать все объекты, которые мы не ремонтировали. Сельское хозяйство, мусорные и транспортные реформы. За полтора часа прозвучало более 30 вопросов. Многие из обращений жителей республики Михаил Игнатьев взял на личный контроль. Их направят в министерство и ведомство для детальной проработки.